Руся, ты не хочешь через полчаса поиграть с нами в игрушку на стриме? Ну, тебе еще объяснять надо ее. Она такая несложная, там наебывать надо, короче, друг друга и выигрывать в карты Lears of Bar, называется. Думаю, короче, давайте я сейчас всех позову, и кто согласится, будем просто составом меняться, нахуй, как-то, что делать. Давайте так, стоп, мы же сейчас можем просто столы менять. Кто вылетает, типа, следующий кон пропускает, условно. Типа, да? Ну я бы не... Давай не делать то же самое, что делали у меня на стриме. И у тебя на стриме. Ну типа я бы поменял состав. Можно меня заменить на Брама, либо кого-то еще заменить на кого-нибудь. Потому что то же самое делать, ну как будто бы ну его на... Я могу сниматься. Я тоже, в принципе, могу сниматься, чтобы поменяться. Ну Дрейк через час, бля, или сейчас, или гоу. Давайте, короче, полчаса поиграем вот таким составом, полчаса. Потом просто Дрейк придет с Бугром или с Русей. С Бугром, наверное. Давай с Бугром, сейчас Тёме напишу. Вот. Дрейк с Бугром придет. И мы можем поиграть с другим составом. Полчаса сейчас с этим составом поиграем. Но Руся не отвечает. А, подожди, Руся прочитал, сейчас что-то пишет. А, Руся пишет гоу. Короче, что за игра? ГОДС. Давайте, короче, Русь, давайте... Короче, давайте всех соберем, и Дрейка тоже соберем, и сейчас что-то придумаем, короче. Сейчас Руся добавлю сюда. А, я его, наверное, я его отключил, либо забанил, я не помню, что, потому что он запрещен. Не-не-не, мы с ним сидели, Да? Да. Сейчас надо, короче, как-то Руси набрать. Ну, точнее, сейчас другой человек, а сейчас подойдет. Алло, Русь тут? Русь, мы на стриме! Стоп. Стоп, а где он только что был? Какой у него? А, вот, Face Public Enemy, это он. Русь, мы на стриме, если что. Можно Артём ага. Во, да, и Артёма сразу. Так, Русь, надо скачать будет в Стиме. У тебя есть бабки на Стиме? 1002. О, заебись, того хватит, она стоит 400 рублей. Бля, конечно, я сижу с Дискорда с макбука, а играть вот на большом компе, бля, показать пиздец. Забей, какое название, бро? Сейчас я напишу. Напиши мне. Он знает английский. Лерс Бар? Ну да, Барл Жицов. Или баррел, блять, я могу. Нашел 280 рублей. А сейчас, давай сейчас сразу дарим. Это где собаки какие-то, обезьяны? Да. Да, фури. Фури, круто. На меня слот есть, нет? Да, заходите, короче, сейчас будем по очереди меняться, или, типа, кого-то нахуй скипнем, да. Гоу, сейчас Дрейк еще зайдет сюда, а у Дрейка какой никнейм? Ура, Денис! Ща. Так, для покупки данной операции необходимо понять условия. Блять, ты... Эти слова, которые говорить нельзя. Давайте у нас сейчас целый турнир получится. Короче, смотри, Русь, а там... Вкратце... Давай. Да, вот тезисно. Короче, там мы сидим за столом, за зверей играем. Вот тот раз Вова играл за свинью вонючую. И там надо, короче, у тебя карты, у тебя там 5 карт. И тебе, ну, на стол говорится, какая карта доминирующая. Например, условно, вам нужно класть только королев. У тебя, допустим, 5 карт всего в руке. Их никто, кроме тебя, разумеется, не видит. И ты такой, блять, а у тебя всего одна королева, но тебе нужно каждый ход, типа, королеву выкладывать. И ты такой, типа, выкладываешь короля, и такой, это королева. И следующий, кто такой ставит карту, он такой, верю, не верю. И если он тебе верит, если ты грамотно пишешь там в Дискорде, то он ставит свою карту. Если не верит, он говорит, не верю. И ты, блять, вскрываешь карту, которую положил, если там... Я не королева, а король, как это было, ну, в контексте. То есть ты стреляешься с пистолета. Я даже, что ты понимал, я настолько в карты, я даже в дурака забыл. А там, ну, смотри, я думаю, ты врубишься в тему, там... Это а-ля мафия какая-то, я в мафию тоже не... Ну, типа, тут, короче, п***ть надо, знаешь, ты вот выкладываешь, тебе нужно класть только королев, условно. А ты кладешь короля, потому что у тебя нет королевы, и такой, пацаны, я вам, буду, нахуй, там королевы. Ну, не проверяйте. Ну, я скачал почти ее уже, все. Все, заебись. Надо будет только сейчас добавить вас в Discord, ой, в Steam, в друзья. Давай. А дай свой... Steam, ну, дать. Да, в ТГ можешь просто кинуть. В руме медведь. Давай я тебе в Telegram, да, скину. Дэн! Алло! О, да, все, заебись, свой Дэн. Здорово. Добавьте Артема Графа. Алло. Он пишет. Сейчас добавлю. Давайте Артема Графа еще добавим. А я не могу. Артем Граф, привет! Влад, ты мне название игры с ошибкой написал. А я не знаю, как по-английски будет пишется. Привет. Там Лайерс. Да, он Лиерс написал. Ну, блять, я не ебаю, как это там, я не понимаю этот ебаный. Руслан, он тебе очень сложно правила объяснил, там все намного проще, блядь. Ты поймешь спустя секунду, да. Я написал, Влад, тебе свой в ТГ свой Steam.
Добавишь меня, а там уже это... Так, все, игра установлена. Стим скинуть. Друзья, мы уже идем играть сейчас со стримом. Да, 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 Саш, что ты, смотри, нас здесь, короче... Нас здесь, короче, мы как-то по очереди будем, кто выбывает, тот лох ебаный, блядь. Добавить. А давайте, чтобы быстрее менялось, типа, только победители остаются. Только один победитель. Можем так. Тут из нас самый умный Дэн. Поэтому Дэн скоординируй нас. Как нам это сделать так, что нас мы хотим все поиграть, типа как-то на выбывание, типа, ну, что-то придумать. Можно на два стола разделить. Ну... А, у вас стримы. Ну да, у вас стримы, типа. Короче, не, просто сделаем так, что победитель, он идет играть с Next двумя, типа, я и вот... Да. Да, да, да. На... Влад, нашел? Ищу, ищу. Код дружбы мне в стиме предлагают, или... Я по никнейму не ебать добавлять в стиме, я тупой. Нахуй в чате пишут Никоглая, это что за ебать, блядь? Это кому ебать разбить вы пишете? Так, друзья, я со стримом. Так, мне какой нахуй Никоглай, вы чё, вы проспитесь, блядь? Как, а как, есть код у тебя от друга-то, Артёма, можно? Ладно, Артёма, перекинь его, из рума кикает. А как? Код друга? Я не знаю его, бро. На, ладно, я ник, я, ты по нику меня найти можешь. Да вот я, блядь, бро, я вообще не ебу, как... Вот, вот, это ты? У тебя Хованский? Нет, а, это не... Ребят, не знаете, какой мне мем сейчас написали, короче? Та, которая мне про мораль задвигала, которая типа не оскорбляет и маму, отцов, она трусы продавала своему подписчицу, ее подписчику. А, кухня, да, 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 которую да, мне скинули, ее. Ну да, она. Да, да, было, было. Это ой, бывшая, я тебе скинул это бывшая дело. Вот, да, вот коды вот. Это запишешь, что ли, кидаешь. Дэм, ты я куда вот... кинул? Я скинул, брат. А я скинул Мафаня. Так, Дрейк, я отправил сейчас Браму тебе. Я Терминатор, я Терминатор 2000. А как код посмотреть, пацаны, свой? Друзья и добавить друга. Только не так, спали его, я ага. Не, не спали. Я с большого, я перепишу. Все, терминатора принял. Так много людей, так громко, я сейчас себе оторву что-то. Влад, а можешь ты пока без меня поиграть? Я хочу поесть, я просто проголодался. Приятного аппетита, девочки. Спасибо, спасибо. Приятного. Только, пожалуйста, не кричите. Спасибо, блядь. Влад, я тебе кинул код, код дружбы. Да, 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 да. Так, где? А, во, вижу. Да никого не надо больше добавлять нас, а так, ёпта, я так думаю, Влад. Да вот, сейчас. Вы чё, ели гандоны? Вот такие друзья у тебя. Вот такие друзья, это да? Не друзья. Терминатор, это да? С такими да, друзьями? Да, Терминатор, это я, Терминатор, я. Что да, Денис? Ты кидлон! Я, блядь! Позвала тебя играть на стриме, ты мне что сказал? Потому что я тогда, блядь, не мог. Добавил, да, я тогда сам стримил. Ща, кину инвайт. А сейчас я не стримлю, сейчас я не стримлю. Сейчас я не стримлю. Угу, разница имеется, имеется. Подожди, Лиза, то есть получается, ты просто так делаешь сейчас на кента, да? Нет, не просто. Я то есть ты пиздела на Денчика, ёбаный. Какого? В смысле, блядь? А если не просто так? В хуй. Ты, тогда с тебя должны спросить, Лиза, бар, по пацанским блядь понятиям. При людях решать, да, при да, людях. Я пацан. У меня был мужской. За ней. Ну, есть, людской, были есть. Зигеры были замечены за ней. Какие зигеры? Блин, осуждаю, я стримал. Кто такие? Осуждаю, блядь, кто такие? Это из Лентяева Зиги, типа? А, Зиги, да. Да, да, да. Хороший парень этот Зиги, блядь. Зихеры, я сказал. А, это что значит? Это из Лентяева, перс. Это проёбка по-немецки. Вы меня пугаете. Что, блядь, что там по... Так, войти в бар. Входи в бар и приглашай. Давайте я эту игру скипну, вот только демку мне врубите, короче. Хорошо. Так, Дэн. Давай. Вы меня все добавили. Хозяйственная игра нажимаю. Название. Блять, смотрите, стоп, сука, я. Покажите хозяйство свое. А, я вам всем инвайт кину, сейчас напишу. Давай, это, давай, давай, давай. Это давай, комната давай. Не Мафани, чтобы не нашли. Так ты добавь, зрители. Ты сделай только друзья. Ага. А, friends only, yes, yes, да, yes. Да, да, да. Ага. А и language ты можешь Russian. Все, вы можете... Я сам зайду. Вы можете сами... Shift-Tab нажмите, там я вас, друзья, где на 2000, нажмите присоединиться. Да, ты гений, ты... А кому мне присоединиться, если у меня совсем нет тебя в друзьях? Все, я бык. О! Сержан Какашка, я коннекчусь. Куда ты коннектишься? Блядь, шифтап, где пусы? Я не вижу. Лидом, я не коннекчусь, Сержан Какашка. А, все, нашел. Так, только нас... Я нажал, блядь, ничего не происходит, блядь. Стой, 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 стой. Почему мне не весь
нахуй я... Блядь, я не могу, потише, пожалуйста! Стоп. Смотрите, ребят, так как, Руся, так, да тихо, блядь, так как Руся еще не играл, Руся, я сейчас тебе дам демку, ты посмотришь одну катку, потом мы Лизу скипнем, потому что, ну, она сейчас... Дело просто так, да, на человека доброго? Нет, вообще, я ухожу потом, я не буду играть с китком Денисом! Давай, не пи***, я тебя сейчас р***у в игре. Руся, видишь демку в дискорде? Подожди. Я обманщик самый. А где, а где, а где? А, все, вижу. Вот, смотри, вот это я, это Вова, например, играет, Флэв мне это кто, это Дэн? Это я. А, это все, браво. Короче, сейчас играет Дрейк, я... Антон и Лиза. Мы сейчас покажем просто как играть, потом поменяем став. Вот я бы нахуй стрим запустил. А вы можете нажать справа сверху, готов. Я стрим запустил. Сиди, блядь. Позвали играть, это же стрим запустил, нахуй. Ну вместо Лизы, пускай она со мной посмотрит, просто потерпит. Вот тебе и циферки, Саша. Да я ливну после этого, я просто ухожу совсем, типа на совсем. Дрейк, готов, нажми. Готов. Все, погнали. А чё у нас два свина, б***ь? Да по***ь. Просто это тестово показываем, как играть. Ну что, б***ь, два свина реально сидят. А я свин тоже? А. Короче, вот, тут 6 патронов всего в револьвере. Ага. Один патрон. А, ой, один патрон, ну как русская рулетка, короче. И ты можешь сидеть, типа, условно, ну, пока тебе везет. Вот, ты можешь везёт. Геймстейбл, значит, надо королей, как бы, ну, фейковать или не фейковать. Да, Влад, да. Убери надо это, скидывать бэк, на стол карты, короче. Бэк в другое место убери, а то я не вижу кинг. Я вижу, вам раздали карты, так. Угу. А мне можно вслух карты Влада сказать? Не-не-не-не-не-не-не. Да. Нет? О, я вижу. Кто хуй? Давай. Я вижу. Я кидаю одного короля. Пиздёшь, пиздит. Дрейк, она пиздит. Драки, проверяй, пиздит. Дрейк, пиздит. Пиздец. Я тоже кидаю одного короля. Ой, как... Антон, он пиздит. Да. Мы так в эту игру играем. Мы не верим, друзья. Я кидаю одного короля. Я пищу. Пиздит. Вот я нажал X, типа я ему не верю. Скрываю. А он реально короля кинул, понял? Он реально короля. И теперь я типа стреляю, потому что я улетел. Во лжи его улетел, да. Стреляет. Сейчас может он себя с первой пули. Нет, фу. С королеткой. Фух, повезло. Вот. Пиздец, вы с видюки, ебаные. Теперь Queen, дама на. Лиза, посмотри себе на чулочке. Лисичкой такой. Угу. Давай, пиздец. Слушай, Кураёв, чё ты творишь, блядь? Давай, да, я объясняю, играю. Так, ребята, я... Зверополис, ебаный, блядь. Сейчас надо класть королев, я кладу одну королеву. А я не видел, что он кладет, за 500 пью. Рублей скажу, за 500 рублей заложу во Ваню. Я не пью. Лиза. А я ему верю, я кладу две дамы. Врет. Пиздит. Я кладу две дамы. Антон, ну не может быть. Антон, ну проверь его на пи***ш. Ну давайте, ой. Так. В колоде всего одна дама, если что. Ладно. Всего 6, типа. Кладу даму. Так, это а уже пиздец, где-то пиздец, кто-то напиздел. А что там? Там дама, король, джокер, что еще? Пиздобол! Нет, я не пиздобол! Джокер считается за карту. Я не пиздел. Джокер считается за любую масть. Джокер, да, это любая карта. Понял. Отверни лицо от пистолета, не смотри. На меня смотри. Ну-ка, Зиза, с первой уезжаешь. Повезло. Так, туз. Дырявый. Странные игры. Представил. Какие-то. Во, Артём. Смог добавить. Так, Артём, гав. Гав-гав. Артём. Артём, гав. Я кладу одну карточку. Пиздец. Я тоже. Артём, ты тут? Да. Меня слышно. Когда новые ролики на канале, бро? Всё супер. На канале супер? Данила Граф? Ну, это на твоём канале. Вот пижу или не пижу? Ну ты... А, сейчас надо эйс класть, да? Ебать, два свина переглядываются. Ну давай, вот один туз вам. Да это пиздец какой-то. Ну я кладу тоже один туз. Давай-ка не пизди, блядь. Я удаляю друзей Фёдора. Уехала синяя! Да нихуя не уеду, я буду... Смотри, все, пиздать. Нет. Стреляйте.
Нет. Сука, повезло. Ну вот, и видишь, Руся, у нее 2 из 6 сверху написано, это сколько вот она раз уже щелкнула, и там один патрон еще остался. То есть шанс уменьшает, ну, увеличивается на то, что она подстрелится. А вы чё, Санька, не взяли, ёпта, он стрим подрубил. Вы чё, ебанулись? Ну сейчас, Лиза сказала, что она одну сыграет, потом Санька пригласим, мы заменим. Я пойду сейчас тузом, понятно вам всем? Давай. Хожу тузом. Пиздит. Бля, Дрэк, Дэн, проверяй её. Не, она не пиздит. Она также говорила про свой спид, она говорила, что нет у нее ничего, нахуй. Я знаю, Дрэк, если что, я наебала. Если что, наебала. Вот она хитрая, блядь. А нахуй ты это сказала, теперь очевидно, Влад, блядь. Посмотри на меня, Влад. Ну я наебала. Пизжу. Нет, просто я скинула не туз. Пизжу. Честно? Я типа, смотри. Не проверяй, смотри. Не проверяй. Честно? Честно? Владос, по старой дружбе, не проверяй, а? Я пизжу. Проверить тебя? Нет. Пиздит! У нас, сука. Свинья тупая, блядь. Да турка твоя, блядь, дела, это повылезала сразу, блядь, момент. Ну-ка нахуй. Понимаешь, не наебёшь. Давай со второй. Со второй. Хорошо. King Stable. King Stable. Ну-ка, бля. Так. Я вам серьёзно говорю, я сейчас пиздец. А я... Так. Ну чё, сразу вам? Короче. Короля, не туза, два... надо короля надо. Два короля. Не, Влад, ты неправильно играешь, тебе надо было два, сейчас... Два, блядь. Два короля. Пиздить, я сейчас складу. Не я кладу жил. Два. Не вру. Нет. Не пиздел, да? Блядь, а можно ракурс поменять уже прямо ладно. Сейчас? Одного. Антон, ну он врет, проверь его. Ну у тебя 0 из 6, Антон, проверь его, но он врет. Он долго думал очень. Ты слышишь, как он до этого клал уверенно, и сейчас смотри, он... Вот. О, блядь, все, уже переизбыток какой-то начался. Бро, ну это пиздеж. Хорошо. Ну да нет, он не врет. Он еще не врет. Два короля. Так, алло. Алло. Окей, давайте так. Я кладу еще нахуй короля, Thanks. Блядь. Спасибо. Не пиздит, реальный король. Я кладу два короля. Еще два короля. Ну, Антон, да проверь его, Антон, проверь его, он не может... Антон! Блядь, мы уже 10 королей скинули. Давай, свин ебаный, блядь. За то, что подтяну, нахуй, мы тебя, блядь, резать будем. Давай, бери, проверяй его, кабана этого. Корова гонит, нахуй, ну реально. Дрейк, смотри, пиздишь? Ты меня обманул. Стреляйте. А я хитрец, блядь. Я нюху. Ебаш пятак. С первой. С первого. Первый отлетел свин. Анлак, чувачок. Ой-ой-ой. Ну что ж. Готовьте. Who's next? Руся, понял, в чем прикол? Да. Супер. Так, что теперь? Ребят, я вам напоследок скажу, быку не вертел, скотина, блядь. Один туз. Да, я тоже кладу один туз. Хорошо. Смотри, Лиза, посмотри на меня. Смотри. РП ты говоришь? Я тебе положу. Я сейчас сижу с пальцем в жопе. Два туза. Пиздишь, корова? Пиздит, бычара нахуй. Ну-ка, подожди-ка, вот так вот, смотри, Дэн. А не пиздишь ли ты часом? Знаю. Врет! Да блядь! Такая, откуда у тебя два туза, блядь? Сука, так у меня тоже два туза. Пизда, свинюшки! Нет! Фу. Дальше. Эй, стейбл. Ребята, а можно с вами? Так. Ого, хорошо. Так. Три туза. Стоп, а нахуй. Не может, он не рисковал, так не пиздит, блядь. А ты случаем не пиздишь? Он, наверное, скинул, короче, одного Джокера и два туза. Ну, не факт. Он мог и наебать. Ладно, похуй, давай я проверю. Блять, хуй с ним. Пиздобол.
нахуй. У него реально просто три тупо. Синюшка, нахуй. О, нет, это old money смех. Все, пизда, рыжий. Стреляйся. Стреляйся, сука. Нет. Блядь. Я тоже с первой уеду по ощущениям, блядь. Блин. А у тебя еще ноль, если все еще. А это типа пока все не умрут, да? Ну последняя, 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 да. Да, да. Так что у нас короли, да? Ох, ребят, я хожу двумя королями, нахуй. Дэн, у тебя 0 из 6, ну проверь ее. Дэн, ну 0, ну у тебя 0 из 6, ну проверь ее. Не, я одного закину. А, ну вы так вы играете в эту игру, да? Окей, окей, окей. Так, вот так. Два. Да? А я, пойду одним, нахуй. Хорошо, пожалуйста. А, уверена, блядь? Да, нахуй. Сука ебаная! Ну только не с первой, блядь. Ребят, стол удобный, я вам базарю. Давай, застрелись, бичара. Подонок, блядь. Просто повезло. Ну, у меня сейчас ни одного короля вообще не было. Так, ну карта неплохие. Я сразу говорю, у меня карты пиздец какие неплохие. У меня охуительные карты. У меня просто пиздецовые карты. У меня ебать какие крутые один пока карты. Что. А я тоже пока один. Ну, я тоже пока один. Бля, это так странно, я стрим открыл, и когда я смотрю через трансляцию, как ты хрюкаешь, это по одному выглядит. А когда я вижу, как ты к микрофону, ты такой... Я в РП, я в роль вошел! Бля, у меня даже встал, я даже хуй знает, это норм, нет? Я свинья, ебаная! Пиздец, было сложно, но я подрочил. Чё, смотрим? Он напиздел. Дура! Дура! Бля, дура! Бля, у тебя таймер вышел, сука, и ты случайно скинул. Я не умру, мне похуй. Да мне похуй, я не умру, блядь. Да не умру, нахуй я. Охуеть, 4, 6, сука, куда, блядь? Так у нее 50 на 50 осталось. Да. Блядь, ну надо ее завалить, ребят, короче. Не, игра, конечно, крутая, может кто-то сдохнет. Давайте добьем лисичку и посмотрим, что у нее там под юбочкой. Я в платье. А то, что у нее крестик висит, тебе вообще похуй? А, извиняюсь. Я просто баптист. Так. На тебе две квин. Две квин? Ну что, проверить тебя на случай пиздежа? Ну? Ну? Проверить или нет? Ты ему в глаза смотри. Да давай уже, блядь! Три дамы, нахуй! Ебать, насрал! Не смотри на меня! Думай, вру я или нет! Вру или нет, думай! Влад, ты это скинь. Ахусим, я скину две дамы, мне вообще поебать. Фу. А я еще одну даму. Я три туза скинул, нахуй. Я еще одну даму. И еще одну даму. Так. Что, Лиза? Как микрофон? Влад, посмотри на меня, у меня рот открывается, смотри на меня. Не открывается. Ну что, Лиза? Влад, там, что у тебя там лежит, скажи. А, королева лежит, разумеется. Нам же королев надо класть на стол. Я королеву положил, я же не буду пиздеть друзьям своим лучшим. Ну что ты спрашиваешь меня? Ты хочешь у меня влезть? А, лайер? Ну хорошо, стреляйся, девочка моя. А, блядь, нахуй! Нахуй! 50 на 50. Да, да. Ну нет, ну не поверю, что она выживет. Ну не, Лиз, повернись, смотри на него, смотри. Все. А, блядь. Куда нахуй? Сердцевал, блядь! Ну что, корова, блядь, поиграем? Ну чё, ну, вот ебаный свинтус, блядь, свинопас, блядь. Слышишь, рулька, нахуй. Слышишь, рулька, блядь, я тебя накидываю, нахуй, сейчас, смотри, вот так. Так. Один кинг, да? Угу. Ну, на тебе один кинг. А на тебе еще один кинг. Пожалуйста, на тебе еще один кинг. Ну, на тебе нестандартного кинг. Ну, на тебе еще одного кинг. Ага. Ну, на тебе... последние карты. Вряд. Хуила, блядь! Сосать!
Стреляйся! Умри как мужчина, блядь! Нет, я просил нет, два нет. танка! Два танка, Алекс! Надо сосать! Фу, фу, нормально, фу. Ладно. Дуло надо сосать, чтобы не стрельнуло. Называйте меня Влад Кинг, пожалуйста, правда. Схуя ли я? А, ходи. Ну на, блядь. Врёшь? Врёшь! В стиме поменять на оригинальный с вашим. А зачем? А почему такой? А почему такой? Ну ладно. Стреляй, стреляй, Свин. Стреляйся, стреляйся, нахуй, помирай, блядь. Нюхай, нюхай порох, нюхай. Блядь. Просто повезло, сука. Лежать спать там, блядь, на галерке, нахуй. Папа Свин, на папа, отдых, папа Скуф сидит, играет, нахуй. Ну-ка. А тут наперстки есть? Хочу в наперстки поиграть. Так, у мамы пальто шапку спиздили, ёб. Ты знаешь, что там с ней было, нахуй? Там пиздец, она в дурке. Давай, лежала. Едай карту. Пожалуйста, на короля, раз королей играем, на. Ну, в королей так королей. Ну. Денис пиздит. Думаешь? Да, посмотри на него. Посмотри, посмотри. Ну, морда у него хитрая, реально. Что-то замышляет бычара, блядь. Ну, блядь. Ебать, там сзади тип ходит. Он тебя пасет. А кого хуя с первым? Блин, но у меня, к сожалению, нет королей, поэтому я двух дам выкладываю. Не врет, он сейчас не врет. Он реально тоже. Двух дам, блядь. Не пизди. Так. Ну все, блядь, 50 на 50, помирай. Он не умрет, мне кажется. Охуеть! Охуеть! До последнего патрона дожил, блядь. У меня нет права. Пиздануться просто, блядь. Только дайте карты глянуть, блядь. А у меня. Подожди, у меня 5 из 6? Да. У меня все, у меня последний 100%. У тебя нет права на ошибку, да. Так. Так, а у нас сейчас... Aces. Тузы, да. Бля, сейчас я всех отойду. Что? Да, я сейчас... Хорошо, хорошо. Бля! А как он кинул карту, отойдя, блядь? Блядь. У него бинды, что? Бинды, блядь. Там, а это значит он левый, у него значит... Там был туз. Это пизди, значит, у него таймер туз, прошел и... Туз, туз там, туз. Ладно, похуй. Да нахуя, он 100% отошел просто. Дурак. Нет, ребята, вы не понимаете. Влад это сделал специально. Это специально. Он просто выбрал карту, отошел, типа вышел таймер, чтобы забайтить Дениса. Ах ты сука, блядская. Так, да, Влад, хитрожопый. У тебя эйсов может быть много, блядь. Потому что их... Ну не знаю, не знаю. Ты ж траву ешь, ты умнее. У нас ты веган, давай подумаем еще раз с тобой. Ты ж ты корова, блядь. Я свин. Меня знаешь, где. А свинам можно верить вообще, ну, по жизни. Ну я бы не знал. И даже некоторые там не пробуют, типа, поэтому не надо. Ну комбикорма нахуй не хуй. Сука! О, бля. Сука, блядь. А прикинь, умру! Прикинь, умру! Мне просто не... Прикинь, осечка! Осечка! У меня одного не было эгоиста, у меня выбора не было, блядь. У меня ни одного туза не осталось, у меня не было выбора, блядь. Бля, если бы Дэн поверил бы, сейчас у меня был бы шанс. Ну да. Ну мув, запомните, хорошая отыгровка. Опа, ты скачал? Ты будешь играть? Так, давай, Русь, заходи. Все, так. Пока всем. Пока. Давай. Я? Артем, ты мне? Да. Да, тебе. Я уже играл в эту хуйню на стриме. Руся! Как? Подожди, пытаюсь нажать. Shift-Tab и мой терминатор 2000, и там будет нажать. Я просто не то нажал. А, окей. Пока, Лиза. А Саня прям нахуй, да? То есть не категорически. Руслан, так, у нас... ты? Я зашел, вот и волч... А, бля, я тел... И вот я этой буду лисичкой. Давай. Я свин, блин. Доталова. Вы Сани не пригласили, долбоёб. Саня, next. У нас мест хватает на новую руму вообще. Ну да, типа вы можете пока просто Сани поиграть и потом поменяться просто командами. Так, Руся за лисичку. А, я готов. Русь, нажми справа сверху, готов. Да. Всё, ready? Все? Go. Давай, да.
Блядь, ну ладно. Топ-2 тоже неплохо, но это неудачник так местно. Ну я вроде понял. Так, у меня справа, слева. Слева Владик, блядь. Смотри, я дую сишку. А у меня что, блядь? Бля, за, зато я зато на сиськи лисы могу смотреть сидеть. Круто. Так, под меня ходят Руслан. Бычки, бля. А под себя Антон. Давай. Поехали, хрюня, блядь. Сейчас я вам, блядь. О, блядь. Так, а как вот эти look at cards? Так, в этих... На пробел. На пробел смотреть на карты, выбрать карту на AD. Е. АД. АД выбирать. АД блок. Так, надо... Чё, первая королева? Смотри, если ты ему не веришь, нажимаешь X. Если ты хочешь сам походить, то пробелом выбираешь карты и на АД... Не надо. Не надо. Давай. Не надо, пожалуйста. Подожди, как select card? Не надо. Ну веришь ты ему или нет, что он... погоди, а как кинуть? Какая кинуть? Пробел выбираешь и нажал Е на Е. Пробел выбираешь. Окей, не верю. Руся, я тебя грохну, сука. Блядь, он не пиздел. Стреляйся, Руся. Прикинь, с первого сейчас сдох. Только не с первого. Блядь. Бля, графика хуен. Окей. Так, повезло. Нормально. Ага. Окей. Живет, блядь. Так, теперь Queen королева stable. Опять. Дамки. Так, я хожу, да, первый? Да, теперь ты. Так, окей. Что у тебя, Русь? Да. Сколько королев? Королев 5. 5 королев. Ну хорошо, бросай. 5 королев. А 3 брось, если не врешь. Я? Да, ну брось 3, если не врёшь. А на чё кинуть тебя в итоге посл... Вот я пробел нажимаю. Пробел выбираешь, да, можешь пробел до 3 выбрать. Пробел АД двигаешь, а Е потом нажимаешь, на чё... чтобы выбрать. А, Е, чтобы кинуть. Одну, а чё не 3? Пробел, чтобы выбрать, Е, могу, чтобы могу, кинуть. Могу ещё 5 королев кинуть. Угу. Я не буду хуевом. Скажи мне, как выглядит карта королевы? Карта? Ну там тёлка. В каком цвете она? На. В смысле, а ты какой-то раз... Я скажу! Скорее всего, сейчас у него королев, но у него больше их нет. Он бы посмотрел. На пробел можешь нажимать, смотреть карты. Я в курсе, 5 королев, я видел. Па-па-па, ну что? Ладно. Ну а нахуй! Давай, Вован, давай. 3! Ты веришь, что он 3 кинул или не веришь? Ну... Как будто бы знает. Нет. Не веришь. А, не наебал. Он в первый ход наебал. Да ёб твою мать. Живи, блядь. Так, ну нажал. Нормально все. Вот сука. Так. Так, вот этого надо грохать, он, блядь, подонок, я вам говорю, слева. Что, сука. Ну, кстати, да, корова что-то таит, бля. Она вообще ни разу еще не поставила. Так. Kings. Королев надо теперь. Какого цвета король? Королей надо. А кто должен я кинуть? Да. Па-па-па-ра-пам. Окей. Ну, хорошо. У меня тоже один король пока что. У меня тоже один. Вкусняшку нашел в кармане. Сейчас опять 3 кинет, блядь. Три? Блядь. Русь проверяет. Реально 3 кинул, блядь. Свин пиздит. Свин не, лучше закинь. Он может и не пиздит. А может не пиздит. У меня 5 королей, я просто любого кидаю. Не знаешь, что кажется, блядь? Пёс. А чё ты башкой дрыгаешь, блядь? Мне кажется, то, что ты на потом оставил. Да, ну брось ты, ну что ты. Ну проверь, проверь. Или не проверь. У меня королей вообще нет, поэтому надо проверить. Сука. Опля. Есть, блядь. Так. Брама свин, ну, блядь, а как-то, блядь. Нет, только не с первым, нет! Нет! Нет, блядь. Сука. А ты реально 3 скинул? Я, да. А, нихуя, блядь. Он специально. Чтобы Руси ему точно не поверил в третий раз. Так. Queen stable. Королева. Королева.
пиздишь? Блядь, мы играем в эту игру очень. Ну пацана скажи, ну пацана врешь, нет? Ты пиздишь или не пиздишь? Не знаю, проверь. За пиздешь в рот берешь? Че, мужики, как думаете, пиздит? Ну бля, не похоже. Хотя, слушай, мог фейкануть. Первая карта, он, скорее всего, выкинул самую хуёв, чтобы на потом оставить. Он только что об этом сказал, и по теории. Проверь, у тебя все равно 0-6. Ну, ничего не потеряешь. Да узнаем его логику на будущее. Проверь, проверь. Проверяй, блядь. Сука. Сука, бык ёбаный, ненавижу его, блядь. Скотина, блядь. Давай с первой второй раз, блядь. Отвернись, отвернись. Бля, такой неудачник. Да ну нахуй, как это может быть? Ебать, ты неудачник. Ты просто реально неудачник. Да это Денис, он подставляет всех, бык ебаный. Он, блядь, сука, реально. Это скотина рогатая, свои патроны отдает, блядь. Ублюдок. Ой, я иду, блядь. Так, я хожу, да? Так, окей. Чё надо кидать в этим... Короли. Да, я понял, сейчас. Но... Я... Почему я с первой дохну, блядь? Опа, двух. Посмотри мне в глаза. Это два короля, да? Нет? Нет? А что там, скажи честно, что там? Там не два короля, да? А вот это. Да. Там щавель. Это мне надо пропустить, чтобы я после клуба вот это... Чувак, два щавеля. Хорошо. Собака похотливая, блядь, чё ты смотришь на меня, давай. Ну, тогда вам одного короля светит. Бля, ёбать, БК меня бесит, нахуй. О, теперь Руслан мне либо верит, либо не верит. Ну давай, Руслан. Бля, да он хитро выебанный, сука, он очки носит, я ему не верю. Король? Да. А как выглядит король? А тебе всё скажи, блядь. Блядь. Еще король. Ну еще король. Ой, ну еще король. Веришь? Не, еще король. Ну нихуя себе, блять. Пиздит. А, напиздел реально. Стреляйся. Да это не, это, блядь, игра глюканула, пацаны. Там был король, я мамой клянусь, ну чего пиздец. А, ну конечно, о, давайте, все патроны мне скинули, ублюдка, блядь. У меня 5 из 6, блядь. Почему мы мафали, опять я первый? Да. Я что вам сделал, нахуй? Asos. Asos, yes. Asos? Это где шмотки заказывают? Ну, уже нет, ну раньше заказывали. Но нахуй. Три короля. Три короля. Три короля. Какие три короля, блядь? Мама, две... маму ебал, клянусь, ты короля. У меня там тоже, блядь. У меня тоже. Три короля, блядь. Я одного. Ну-ка. Ну-ка. Плохой. У меня синдром Туретта, я случайно. Стреляй. Нет, там ничего не слышно было, Руслан. Тебе повезло, блядь, то, что у тебя микрофон хуйня. В смысле хуйня? Ну, в плане того, что он блокирует звуки. Бля, у меня все слова на букву П блокируют. Нет, ну, нет, давай нет, не проверяй. Не так, кто ходит, Руся? Так. Так, ну... Я три. Ну ладно, одного Джокера. Одного Джокера? Один Джокер. Ну ладно, я хорошо, я почему-то верю ему. А чё, я когда-то вот пиздел? Я вам серьезно говорю, быку не верьте, блядь. Руслан, ну, опасный, вот да. Я никогда не пизжу. Блядь, ну вот реально он не пиздит и, сука, выигрывает. А чё у нас сейчас, этот? Ну либо сейчас напиздел. Он понимает, что ты не будешь проверять его, потому что у тебя слишком много выстрелов. Но сейчас он мог напиздеть. Проверь его, тебе всё равно нечего терять. Ты вряд ли выиграешь. Хуя себе ты его задеморалил. А чё ты меня давишь? А чё ты меня давишь так нахуй? Просто потушил, блядь, за что? За что? Все равно не выиграешь, блядь. Блядь, ну я не знаю. Че мне? Блядь, я не то нажал, нахуй! Ладно, еще один круг. Окей. Бля, прошу, убейте БК просто и все. Три туза. Три, блядь?
Три, да. Да. Ну, бля, ладно, я одного. Бля, Русь. Да не может быть! Ну, все, я не верю! Да должен, все, должен, все. Да, я, да, блядь, не может быть! А, вот охуеть! Все, последний лучше. А у вас, блядь, патронов нету, да, ребята? У меня просто одна попытка, и все, блядь. Всем радикал вперед! Я за женщину играю, мне ничего, даже не могу умереть. Ну ходи. А, так, окей. Королевки. Королев, королев. Королевки? Да. Ну окей. Ну что, ты ищешь их там в руке? Да бля, я нажимаю. А, пробел потом, я путаю. Я нажимал, ничего не происходило. Как думаешь, бык, он врет, нет? Не, не вру. Не, у меня Дана была. Ну не бей его, блять, у него последняя пуля. Ну ладно. У тебя и так сигарета хотя бы у одного есть. Вот мой медведь обкуренный какой-то сзади в ахуе. Я тоже Ван Квин. Ну Русь, тебе сколько еще, блядь, теперь Unreal, вообще Unreal. Так, 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 так. Ребята, пишите в чат, что мне делать. Мне кидать еще королеву? У меня еще одна королева осталась. Либо рогатого поймать, блядь, на пиздеже хоть раз. Мне пишут соси. Бля, я решил, Дрейк сидит вот реально. Дрейк буквально сидит вот так, как его персонаж. Вот сейчас вот с таким лицом. Да-да-да, я так и сижу, блядь. Просто молчу. Бля, Дрейку надо... Денису надо ехать, блядь, в Лас-Вегас покер нахуй наебывать людей. Просто... А, у меня больше нет королев, последняя была. Ну вот тебе. Блядь, ну. Это не может быть! Почему ты такой честный? Почему? Первый раз был нечестный, первый раз я напиздел. Бай-бай. О, блядь, все. Ебаный, блядь. Давай к свинье туда же встойло бы. Ну что, бычара, бля, поиграем. Вот мы и остались, блядь, псина, блядь. Грязная, масливая собака. Ну что, сколько у тебя тузов? Да у Денчика 5 тузов, блядь, 0 пуль, блядь. У меня? Да. У меня 2. 2? Ну если я сейчас дам тебе один туз, ты поверишь мне или нет? Ну скинь, проверим. Ну давай, вот. Ну вот тебе тоже. Mm-hmm. Спасибо. Окей. Хм. Блин. Чё долго думаешь, сука? Блин, ну я вот думаю. Что класть, туза или даму? У меня одна дама и три туза. Бля, что вроде делать? Интересная игра. Вот поиграть бы было бы классно. Как мы будем делать? Как мы будем делать? Ну, думай, да, блядь, головой. Что здесь, Дэн? Проверь. Дэн, а я или смотрю стримы, могу тебе написать. Денис, я тебе могу написать. Не надо, не за надо. 500 рублей, за 500 рублей прогноз продам. Или не я проверяй. Продам за 490. Если Руслан начал или говорить, значит, можно нажать, блядь. Я сейчас, я знаю, в какой башне ты живешь, знаю, там Тамаев рядом живет, я просто, блядь, говорю. Нам Шимка! Блять, сука, поговорим! А за Тамаева вообще у нахуй не разговоры не идет, блять, ты нахуй не надо. Так, королей теперь, да? Короли, да. Два короля? Два, блять? Да. Или нет? Или нет? Посмотри мне в глаза, ты веришь так, мне? Так, бык нервничает. Ха-ха-ха! Чё ты глазками хлопаешь? Ты два, блядь, ты... Чувак, у него тремор, он дёргается! У него нога дёргается под столом! Ты никогда не ходил двумя картами, блядь, за последнюю игру, нахуй, и пиздёшь. Сука. Сука. Нет. Папиросы себе подожди. Прикурю сейчас себе, блядь. Да ебать ты живучий, сука. Бля, я уверен, я с первого улечу.
Это да, ты говоришь про живучесть. Это ты, блядь, ты дохуел. Бычара в натуре вообще мамонт какой-то, вообще не скамится никак. Три королевы. О, у нас Руслана вообще три, блядь, жестко сходится. У него одна пуля, а у меня пять. Ладно, смотри, а чё вот, ну, если вот так. Ну тогда еще одна королева. Ну тогда еще одна королева. Чё-то уже переизбыток королев. Ну как будто да. Ты врал мне? Блять, сколько у меня патронов еще? Три? Ну ты, блять, у меня одна карта, в любом случае я скину, либо я выиграл, либо ты по-любому будешь ее проверять. И она может оказаться ложная, может быть и нет. Ну что здесь у меня в руке, как ты думаешь? Прав, не прав? Ну ты, блять, сам-то... Ну ты лжешь! Я рот уебал. У меня четыре было, у меня Джокер, блять, и три королевы. Все. Блять, ну умри уже, заебал. Хрена с два. Хрен я не умру. Блять, мне похуй вообще. Да охуеть. Хорош. Играем, блять. Обожаю этот стол, он такой приятный, блять. Бля, чувак, я смотрю сверху, как вот типа ангел-хранитель твой. У Дениса нога дергается, он вот что-то врет. Он сейчас жульничать будет. Три королевы. Три? Да. Да, три королевы там. Не думай. Просто клади. Или... Одну. Одну. Заебись. Да ему медведь подсказывает сзади, 100%. Заебись. Да вон там лысый, блядь, за соседним, ну, вот слева, видишь, сидит. Ну, тогда мне у меня... пальцами показывает. Тогда у меня еще... Еще одна королева. Еще одна королева? Еще одна королева. Схуя ли у тебя четыре королевы-то? Ну, потому что так повезло, блядь, их шесть. Правда, блядь? Правда, блядь. Бык ебучий, я тебя ненавижу. Лысый, чё скажешь? А макака, блядь? Он сыграл высокую ноту, пиздёж. Ай, я себе писюн оторву нахуй. И пипку маленькую свою дёрт. Сука, нет, не должен, не должен, ну бля, не должен. I'm sorry, я не умру. Ебать тебя в жопу, блядь. А, у вас по 5, да, выстрелов, вы не умираете. Не, я понял, конечно, базара 0, блядь. Фух. Я просто надеюсь, что бычара с первой сдохнет. Да, мне есть ощущение полное, блядь. На тебе одного. На тебе одну. На тебе одну. Врёшь. Так, у него вторая колода под столом, блядь. Well, ain't my first rodeo. Well, 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 блядь. А. Пацаны, я играл с Тохой, он вот он наёбывает, блядь, у вас что-то не особо, блядь, выходит. Сука. Идёт бычок, качается. Что-то где-то не дорабатываем. Парни, еще? Гоу. Го! Ну, мне не можешь пока довести, не умереть с первой пули, главная моя задача. У каждого свои, да, челленджи. Ай, блядь. Да, кстати, баллы с каналом Афанио, то, что 2 миллиона, это все в деньги я конвертирую, вожу людям на карты. На пушкинские. Хуя себе, я денег людям заработал сейчас. Ну. Так, ну что, рейди, старт, поехали. Бля, что у меня со стулом, нахуй? Жидкий. Почему? Бля, если Брама третий раз сдохнет, это вообще пизда. Сдохнет. Ну, все, я сейчас жестко буду играть, парни. Не обижайте сразу. Так. Саня, а Саня же сыграет? Ну давайте вот следующую катку Саню подаём. Киданули, суки. Да, я пойду как раз. И может... Да, после этой Саню позовём, окей? Ну как раз типа мы часик поиграли и ещё часик с Саней поиграем, окей? Все, заебись. Так. Так. Блять, опять эта тварь. Сука, я тебя ненавижу. Я всегда рядом. Два короля, блять. Два короля. Пиздит. Чё молчишь?
Стреляйся. Он мне просто, он притих сразу. Он до этого разговаривал, а тут притих, блядь, сразу. Такой, типа, хотел в нежданчик кинуть. Стреляйся. На, ну... Да ну нахуй! Да, блядь, ну не... Кровавый спорт! Кровавый спорт! Да невозможно! Это читы, он в кармане, блядь. Ну тут, учись, блядь, с первого лететь Руслану досталось, блядь. Фу. Три короля, Антон. Нихуя. Ты пиздишь? Нет. По-пацански скажи, пиздишь? Да. Я пацан ровный, я не вру. Меня легко поймать. Но я все равно не умру. Уже с первой давай. Я даже, блядь, давайте next, ёпта, я знаю, что не сдохну. Опять до пятой сейчас доживет, блядь. Руся, ты почему удалил канал на Твиче? А я что-то ехал по приколу, думаю, бля, удалить бы Твич. Да я не, я чувак, но у меня там был последний стрим год назад, там было 40 тысяч подписчиков, накрученных чисто на казино, ну типа. И я такой, бля, ну ладно. Ван? 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 Ван, ван. Блять, встать можно? Прости, умоляй, умоляй пощады, свинья, умоляй. Умоляй. Повезло. Так а что ты, Русь, на Твиче не стримишь? Создал бы, бля, поугарал бы. А я стримить не очень люблю. Мне прикольно в этом, типа, когда меня зовёт куда-то, а так я сам, ну, типа, не очень люблю. Я когда играю, я молчу обычно просто. Или там, ну, а не играть мне, типа, ну, видос смотрите. Подустал я от такого. Я поэтому так. Не наебешь, блять. Врешь? Лая. Пацаны, ну вы что-то сами себя гасите, блять. Стреляют. Ну-ка, подкуриться надо. Сука, опять до последней живет, блять. Я скачал игру, если слот будет, то я могу залететь. Ну сейчас мы с Саньком поиграем еще. Если это еще откинется, то потом, ну, добавим, окей? Okay? Саньк очень сильно играет, я бы с ним поиграл. Ну, тогда можно сейчас. Ну сейчас Санек, просто Санек ждет, блядь, мы сейчас доиграем. Королевы, да, Антон? Mm-hmm. Ну давай тебе пока одну королеву, ты только не проверяй ее, хорошо? По-пацански. По-пацански? Хорошо, да. На мужском двигаться, брат, на людском, на мужском. Ну, не проверяю тогда, ладно. Или проверил лучше. Три, блядь! Ну, пятаком потряси, блядь. Докажи ему, что там три, нахуй. Реально три скинул, сука. Подождите, а где Тёма Бугор, кстати, реально? А, его тут нет вообще. А, он замученный. Чё, у тебя ты один? Одну королеву кинул? Да. Ну хорошо, там у меня тоже одна еще. Блять, сука. А первый раз напиздел, да? Да. Сука. Давай с первой, да, блядь. Вот с первого. Я готов. Сука, нахуй. Обычара, блядь. Ну и чего? Стоила тебе эта ошибка против свиньи? Пиздец, свин, хитряк, блядь. А что за хуйня, что я, что Руслан с первой уехали, блядь? Квин? Верю, не верю, Антон. Unlock, блядь. Ну... Как тебе такое, Антон? Три королевы. Что такое? Будем проверять, Антон, или нет, или боимся? Или не будем? Или будем? Проверим? Ну, проверь. Проверь, не бойся. Ты боишься проиграть в эту игру? Это же лишь игра, Антон. Я просто знаю, что у меня одна попытка.
Окей. И еще одна королева. А все, карт не осталось. Лайер? Да. Ну стреляй себе в пятак, блядь. А ты первый раз пиздел? Да. С тремя. Нет, с тремя нет. У тебя 4 было, блядь? Да, да. Охуеть. Сука! Хряк ебаный, блядь! Так, что там у нас? Ходи, Антон. Ходи, ходи, не бойся. Клади свои карточки на стол. One Queen. Ну и что, это King, ёпта? Антон. Ты, блядь, не в покер играешь, ёпта, разговариваешь. Я забыл. Пиздит. Ну, пиздит, скорее всего, конечно. Сука! О, блядь, не пиздит. Не пиздит. Говно. Ну не, 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 не! Давай! Ай, твою мать, блядь! Сука! Блять. One King. Да. Пиздишь. Блять. Ну все, мне кажется, вот это последнее, блять. Let's see if luck's still on my side. Да вы охуели Ай, жить так долго, твою блядь. Твою мать, блядь, а? А, блядь. Кот, блядь. Но у меня карты хуйня вообще, блядь, не дропаются, нихуя, я прям где-то проебался бы. Бля, если в эту хуйню на деньги играть. Круто. С подписчиками вообще все деньги забрать у людей. Да. Ну, две дамы, или два короля, или два туза, или два джокера. Надо подумать. Пиздишь? Да. Или нет? Да. Да или нет, Антон? А по-пацански пиздишь? Все так больше не работает. На жопу отвечаешь, блядь. Сердце матери ставишь. Пиздишь, сука. Блядь! А нахуй ты правильную закинул-то, блядь. А, это. Все, ну блядь. Давай. На нахуй! У тебя сиськи, как у бабы. Скуф, блядь, ебаный, сука, сидит нахуй. Позаработай, блядь. Пришел телек позырить, блядь. Ладно, я погоню, пацаны. Давай, Русь, спасибо, что пришел сегодня. Давай, все, спасибо, пока. Давай, мяу. Че, давайте Санька позовем. Я могу бугру слот дать. Да, смешно. Я вот не знаю, у нас... Кого угодно, только не Саню. Почему? Просто смешно будет. Сейчас, он первый хотел поиграть. А ты все не хочешь больше, Дэн? Не, я могу, типа, но у вас же это самое. Не, у нас больше никого нет просто пока. Где, как там? Бугор там вроде кушал. Кушал. Ну, Тёма, что? Ну, Тёма, он здесь в конфессии-то, он бы ответил. Сейчас Саньку наберу. Ань, да? Сань, заходи, мы тебя ждем. Это я вас ждал. Мы тебя ждали, заходи к нам в Дискорд. Слышь? Давай, мы заебались тебя ждать. Сколько можно-то, реально сидим уже, блядь, час нахуй. Блядь. Печеньеги. Бля, алло. Ты свин крутой, бля. Мадами... Я почти в игре. Мадаминчик, ко мне присоединяйся. Мадаминов. Мадаминчик, присоединяйся ко мне в игру. Бугор не отвечает, он замученный. Можете меня, пожалуйста, друзья, только, пожалуйста, принять в друзья. Так мы с тобой в друзьях, мы с тобой играли вместе уже. Не, я играл с Лизой, я к ней коннектился. Твою мать, Саня, ну давай, друзья, какой код? Код Стима, скажи, цифры. Друзья, какой у тебя ник, брат? У меня терминатор 2000. Дрейк, а ты не в игре? Я в игре. А почему у тебя ты в сети просто у меня? Не знаю. Вот это я тебе пишу, смотри.
Сейчас. Марина? Да, да, кинь мне инвайт. Все. Я собака, пацаны, потому что это мой свек. Меняй терминатор, без обид. Я не буду на лесу менять, я не девочка. Но, лучше на ладно, лесу, хорошо, блядь, хорошо, я фури. Хорошо, мне похуй, я свин. Да не, я вообще, я, блядь, обожаю чулочки и юбки, поэтому мне похуй. Ебать в эту игру. Давайте, поехали. Мышка сядет. А там мышка же не нужна, да? Все, я готов. Давай, Сань, ставь, блядь, справа сверху Грейди. А Саша. Мышка же не нужна? Кстати, интересный факт, Саша Мадаминов дрочит вот такой штуковинкой. Алло, меня слышно, че я дрочу? Да! Да, да, че ты хочешь? Все, все, этот, у меня... Ох, блядь, опять это, вот это, блядь, гадость вот меня. Духа. Я в этот раз первый не собираюсь убирать, блядь. Нихуя, за лесничку приятно. У меня первый, блядь. Кью, пацаны, кью. У меня 5 карт кью есть сейчас. Пиздишь. Ему еще карта не дали, блядь. Как смотреть-то, блядь, а? Нихуя. О, ебать, у меня 3 кьюшки, пацаны, давай делаем грязь. Давай, я могу первый походить, давай. Давай-давай, делаем грязь, пацаны. One queen. Одну квин. One. Хорошо, у меня есть одна квин. Базару нет, пацаны. Смотри, не может, пиздит, какого у него 2 не может быть, он пиздит, вы долбоебы ебаные сосали. Не, я на это не поведусь в третий раз, идите вот пизду, блядь. Я этого быка знаю, нахуй, у него 3 револьвера, блядь. 3 револьвера. Саня пиздит. Куин. Да Саня напиздел тебя. Пиздит, терминатор пиздит. Вы долбоебы, уже кто-то пиздит, да не может столько квин быть, хуесосы. Понятное дело. Мы боимся. Давай, пацаны, без рофлов, нажми кнопки, блядь. Парни, жмять кнопки. Ну, нажимай. Ты врешь, свинья? Сань, ты веришь, свинье? Лая. Пизда, свинья, блядь. Свинья. А, я думал... Я свин. Ну-ка. Бля! Пришел поиграть! Анвак! Бля, представьте, как мне тяжело сейчас и больно. Я столько ждал у вас. Давайте присоединим реально. Я думаю, пиздец, это очень тяжелая хуйня, типа, друзья. Анвак! Это пиздец, вы, пацаны, вы угадаете? Вы, ты свинья, лиса и бык будете дальше сидеть ебашить, блядь? Три короля. Сколько, блядь? Три короля. Пиздит, блядь. Я не вру. Пиздец, блядь. Не врешь? Не вру. Точно? Пизда, блядь. Ладно. Пизда, блядь. Ладно, буду обзор на наушники досматривать. Да похуй ебал быка, блядь. Ненавижу, блядь. Ненавижу быка, блядь. Стреляйся. Сука, у меня ни одного как кинга нету, у меня все тузы и дамы, блядь. Давай с первого, как мужчина. В упор, блядь, в упор. Жаль. Друзья, давайте играйте только хотя бы быстро. Давайте понаглеете, повыебывайтесь быстренько ради меня, чтобы я быстро с вами тоже сыграл. Окей. Можете меня понаглеть, прям можете потупить специально, понаёбывать. Хорошо. Asus. Сезон, передай привет Марусе из 3-го А класса. Ей нравится то, что ты стал качком и пьёшь креатин. Спасибо большое, Марусь. Один. У меня была имба. У меня нет выбора. У меня ни одного, блядь, нет. У меня в прошлом коне так же было. Фу, пиздец. Попался. Смотри в голову. Попался на пиздеже. Засуньте мне в рот ствол, блядь. Опу-пу. Первый раз в жизни, кстати, такая ситуация у меня в данной игре. Охуеть. Первый раз в жизни такая ситуация. Ну здорово, бык. Ну здорово, блядь. Вы долбоебы, не надо мне писать, как Литвину, нахуй, Саша, мы с тобой, пожалуйста. Все, я играю с ребятами, все отлично. Не пишите, Саня, мы с тобой долбоебы, это ж пиздец кринж. Литвина только завтра отпустит. Так. Угу. Долбоебы, я вообще за команду карту. Не фартануло, хули, что я делаю. Слышишь, Сан, а у Карпа какая команда? Как? Амкал. Я в промо-динаменде, братва. Я тебе не верю, бык, блядь. А зря, блядь.
Сука, ебаная, я тебя ненавижу, блядь. Давай со второй. А еще знаешь, какие у меня были? Кроссовки мне подарил Баста. Call of Duty Boots. Это чтобы я скарпом ебашил нападение, ёп. Да. Как дела? Ну, у кого баб есть, свободно донатить мне на пиццу большущую, нахуй. Я хочу, даже надо, блядь. Ходи, 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 ходи. Ходи, ходи. Спасибо. Сколько время? Ходи, а время ходи. Еще 10, ёбаный рот. Ты пиздишь? Привет. Поздравь Милану с днем рождения, пожалуйста. Пойду что-нибудь в рот положу. Привет. Ты уже слышал про Жек Фрила, который стримит в Майами вечный стрим и платит пиздец много всем, кто делает с ним нарезки в соцсети. Его ник Эчк Фрил, что думаешь об этом? Да похоже. Да пиздит он, блядь. Да сука, как так-то, блядь? Как-то получается всегда, блядь. Бля, Дрейк какой-то вообще, блядь, он, сука, блядь, сидит играет. Тебе полиграфологом надо работать, да? Я вчера ебанул младшую сестру, её раздолбана пизда. Да сука, заебал. Сделай сигнулерий Кати, пожалуйста. Спасибо. Чуть надеюсь, Катя, за что сердечко тебе показать, ёбан, как мне сделать сигнал. Хоть на жопе татуировку, а блин, Лера и Катя, блядь, на пояснице, как шлюха. Плачу в донат. В какой хуя? 17 лет, девочка. 175 роста, вешу как кабанчик Вова. У меня даже нет курса, в отличие от Владимира. Ты поймал Дрейка на пиздеже? Антон. Не поймал. Нет? Сука ебаная, блядь. И я ненавижу этого быка, блядь. Ну стрель, застрелись как мужчина, шанс, блядь. Еще один шанс. Шанс. Не нужен шанс, просто. Да блядь. Привет, Влад. Люблю умри, скуф. Люблю тебя очень, и Руслан, и Артем, граф, иди. Спасибо большое. Мы не встречались, да, Настер, блядь. Мы не встречались. Что за хуйня? Три, блядь, квинс. Антон, врешь? Еще одну катку ебашу, и все. Почему, Сань? Врешь. Алло. Сука, навалил, блядь, свинья, блядь. Что за... Реально запретку Трик сказал, или мне пиздят? Чего, блядь? Пиздят, пиздят. Ненавижу yes. Быка, блядь. Блядь, реально он, сука, он три раза подряд выигрывает первое место. А, нет, Том, нет, стоп, не, предыдущий проиграл. Не, я прошлый проебал с первой. Да, да, да. Не за что. Саня, рейди. Сейчас, мужики, дайте высморку и свобырику, блядь. Напишите в чате, что я пока стрим. Да я бы очень сильно хотел выступить в Воронеже, очень сильно. Я ласт. Я тоже. Ты на две катки зашел поиграть? Я понял, что заебался сегодня, нахуй. Я должен был первую катку играть, вторую. Я так и хотел бы стримить час. А меня садились с первой катки. Ветер, вместе с ней моя голова. Ничего нет прекраснее. Первый донат тебе. Как дела? Спасибо, все хорошо, отлично, замечательно, рейди. О, скоро концерт у Стента, ребята, приходите все обязательно. Я вот 700 купил. Мы там все с ребятами будем, и даже я на разогреве буду. И я буду. Все будем, я говорю же. Мы там, мы все там будем. Так, пацаны, два Джокера, напоминаю, у нас всего лишь. Остальных карт всех по 6. Давай, извиняйте, я ебать буду хули в этот, ёпта, в твоей щелке. Давай. Давай расскажешь, сука ебаная, блядь. Бля, секс-бомба реально так же в реале выглядит, нах, только еще худее, бля, в два раза, как эта собака. Как было бы, как комично, что худого брама посадили за свинью, а я такой, как хуйни. Саш! Саш! Я играю, хожу. Саня, а ты веришь мне или не веришь? Забанят Netflix навсегда. Я? Удалите его. Из интернета. Лайер, сразу! Не веришь? Сань, ты баклан, стреляйся. Это моя единственная была, бля, как. Стрели... Давай опять с первой, блядь.
first rodeo. Ой-ой. Какой ты неудачник, ёбаный. Это просто пиздец, блядь. Вся твоя жизнь — олицетворение этой игры, нахуй. Просто, блядь, чмо, блядь. Вся моя жизнь — олицетворение этой игры. Господи, боже мой, блядь. Как это так, нахуй? Я в ахуе просто, блядь. Господи, боже мой. На нахуй. Блядь, не ту кнопку нажал. Пиздец, нахуй. Поиграли, блядь. Да, ты раз первый. Давай, Брама, ёбнешься со мной? Я тебе пиццу закажу, нахуй. Да не, вряд ли. Сука. Ты мне заказывай. Поменяй категорию, сволочь. Этот, Эспол. Пожалуйста. Так, ну что ж. Так. У меня 4 короля, ребят. Сколько, блядь? 4. Ладно, они один хуй отлаз. Всё, ты славян настроил? One, King. Ну сейчас уже хотел. Давай. Так, ладно, друзья, я пойду лайки попалю, 5 минут их и спать пойду. Я вот Мафани тебя уважаю, Дрейк тебя люблю, Брама, ты мой лучший друг. Все а пока. Можно в него стрельнуть, как КСК, нахуй, в голову? Всем пока. Я уже умер, нахуй. Ну не, я не сдохну, я не умру, я не умру, я лох. Охуеть! Упупу! Ну здорово, бык. Ну здорово. Ну приветик. Суки. Ой, блядь. One ace. One ace. One ace, сука. Я хочу вот этого в пятак ебнуть, а этого за рога вот так взять нахуй сейчас вот так вот потрясти, сказать, ты чего делаешь? Блядь, немцы больше оставляли, чем вы, побед, блядь, сука, у меня с патроном нахуй. Ну, сука, блядь. Бля. Ну, только не с первой. Бычаров, стреляй. Ну, не с первой, блядь, ну, не с первой. Стреляй, стреляй. Блядь. Ну, только не сперму. А, я первый? Давай, давай. Держи. King. Держи. А куда Саня вышел? Держи. Так, задумался. Хочет X нажать. Хочу. Сука, гандон ебаный. Стреляй, бычок. Ай, сука. Лакер. Дрейк не хочет умирать. Я не хочу. Kings. Kings. А куда секс-бомба ушел нахуй? Че он сказал? То, что спать. Спать? Ну куда-то. Тука. Давай нахуй со второй и все, и покончим. Нет. И закончим с этим, давай, все. Давай, свин. Давай, свин, блядь. А, лайк смотреть и спать. Тогда сейчас я... А, Тёма, наверное, нет. Но я бы еще парочку срубал. А, нам нужно несколько. Сейчас я Тёме напишу. Если Тёма пойдет, то с Тёмой с Бугром сыграем еще парочку. Если нет, то сейчас там будем. Я лас. А, ну все. Тёма, ты пойдешь в Liars of Beer? Ой, Liars of Bar, блядь. Ой, блядь. Ну, у меня не было ни одного асис. Стреляйся, бычок. Ну, сейчас пизда, я чую. Давай, 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 я отвернулся. Давай. Блядь. Ой, наконец-то бык, блядь. Пойдешь, Тём? Да. Ага, давай. Да, я. Дэн, ты все? Да, я все. Да, я. Пойду кушать. Давай, спасибо, приятного аппетита, спасибо, что пришел на все. Давайте, ребята. Давай, брат, обнял.
Артём, заходи тогда. Чё? И сейчас Вова кашу, что там? А, пока да, пока заходи, Тём. Всё, вот так. Окей, а я тебе сейчас скину в ТГ Steam. Нет, ты не понял, Артём Граф, я сказал своему брату. А, подожди, стоп. Антон, подожди, кто вышел? Стоп, подожди. У нас получается сейчас, да, у нас все, у нас слоты на Артёма Графа и слоты на Бугра. О, сейчас такой интересный состав. Не, Артём Граф, который. Скинь мне именно цифры в тиме. Я не знаю, как они к нему. Вова, не. Я написал ему, да лучше вон, тут Артём сидит, Граф, полчаса, блин. Давайте с Графом поиграем. А как ты настоящая фамилия, Артём? Граф, который. Или настоящая? Да. Сергеев. Бля, как скучно. Поэтому, я тоже бы Графа сделал. Такая исконно-русская, да. Да, скучно. Сергеев. Месяц без секса. Парочку, да? Владос. Ну да, еще парочку. Так, я захожу в игру. Ну, Вова заебался после шоу. Вова 2 часа шоу вел, типа, блядь, это заеб. Ну, типа, много разговаривать, там еще это все. Энергозатрата, потому что, блядь, ты переживаешь, что каждый раз кто-то не может настроить, типа, бля, ребят, я его вообще понимаю. Когда шоу ведешь, очень заебываешься. Чё, Артём? Очень скучно быть ведущим. Ну, скучно и заебно. Так, ты в игре. Ну, я тебя добавил, я Терминатор 2000. Бля, как громко, нахуй. Давай, без паники, Артём, мы не на Титанике. А тут русского языка нет? Ну, пока а не то я не понимаю! Этот ёбаный английский, да, как в песне поется прям, да? Прям как в песне. Блин, такой жизненный трек, на самом деле, кстати, выйдет в следующую пятницу. У меня 3 трека выходят в следующую пятницу. А где ты меня добавил? Где посмотреть? В стиме должно быть. А этот... Не, я уже в игру зашел, да, я видел, что меня добавил. У нас с мужиками очень любимый теперь трек этот. Я ненавижу в этом клубе всех и каждого. Да, хороший. О, тоже слышал эту песню, да, есть такая, блядь. Разрывает, да, поэтому подписывайтесь на мой телеграм. Я то кружки смешные выкладываю со шпаной, и не только. Будете в курсе. Устинта по выступающему. Как раз, блядь, у меня Устинта концерт 25-го, у меня 25-го 3 релиза трека, блядь. Никоглая, но Никоглая, давайте лучше ему... А может быть Никоглая просто пасть сломать нахуй на этой части в GTA 5 RP и все, просто мы с ним сейчас не разговариваем. Сейчас я водички налью, подойду. Артём, Буга, ты заходишь? Да, я в игре. Ну, фоловься через GTA. Типа трек, да, вышел, Мав? Нет, 25-го только. Ты меня нет в друзьях, блядь. Как ты Терминатор 2000? Я, родненький, я, ты чего? Чё, у тебя своего аккаунта нет? Так, ты за кису играешь, за лису. Потому что здесь ру аккаунт, типа... Всё. Почему я не могу быть Скуби? Справа сверху нажимайте, готов. А как мне играть-то, ёбаный в рот? Никто не ты ни разу не играл? Нет. А, бля. Я тоже первый раз играю. Ну ща поймёшь, смотри. Короче, тут даются карты. Ты на них смотришь, и тебе написано, что класть надо, какую карту выкладывать. Ты можешь до 3 карт выкладывать определенной масти. Например, вот сейчас скажу, что нам нужно будет. У меня 5 тузов. 5 тузов. Угу. Сейчас только тузов выкладываем, эйс, которые. Но ты можешь, если у тебя их не будет, ты можешь фейкануть другой. Но если ты не пиздишь, я могу проверить. Если окажется, что ты пиздишь, ты стреляешься. У тебя 6 патронов в барабане, всего 1 есть заряженный, как в русской рулетке. Вот ты можешь, если веришь ему, то выкладываешь карту сам. Если не веришь, нажимаешь X и типа подтверждаешь его на пиздеж. Но свинья вон кивает башкой, тебе пятаком говорит, что, блядь, он в курсе этой темы. Бля, я бы вообще учителем пошел, мне кажется, я доходчиво объясняю молодежи всю хуйню. Ну ты думай головой. А вот так, да, сразу? Угу. Да. Стреляйся. Что делать-то, блядь? Умирать. Ай-яй-яй. Печенюшки. Печенеги. Не нравится. Печеньги. Артём, а знаешь, такой мем? Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки. Как понять, кто первым ходит? Ага, все вижу. Кто проебался? Пиздишь, Артём? Нет, мемы я не слежу. Давай. Ролли, да? Да.
А на какую кнопку кидать? На Е. На пробел выбирать, на Е кидать. Не, работает раскладка. Ага. Бля, надо заменить донат, ёпта, меня заеб... Let's go. Спасибо за $25. Это большие деньги. Я теперь, я смогу купить себе целый отель, нахуй. Прости, спасибо огромное. Жаль, что без сообщения, но очень приятно. Спасибо за 25. Сколько он выложил? Одного? Один? Типа. И в стол смотрит, обиженно стреляйся, блядь. Скуф, блядь, сука, с первого вылет сейчас. Охуеть. Unlock, чё? Ты думал, что ты покиваешь башкой здесь поможешь, что ли, блядь? Блядь. Тупая игра. Что, блядь? Шкип. Ты? Что ты, бэг ебаный? Артём, ходи. Хорошо. Один эйс. Ага. Ну, хорошо. Один эйс. Хорошо, то же самое. Вот так, значит, да? Один. А медведь это кто? Кто за медведя играет? Это просто да смотрящий. Ну, хорошо, еще один эйс. Ну, окей. Какая игра, значит, да? Ага. Артём, в глаза смотри. Врёшь? Что? Врёшь? Я кинул эйс. Не верю. Зит. Сука. Ты не веришь. Ладно, у меня просто кончились. В любом случае, я где-то проебался бы. Ну, может быть, хотя, может быть. Но у меня шанс только такой был. Печенюшки, блядь. Только не с первого, но я ж не лох, блядь. Да не должен, фух. Живи, блядь. Халява, халява. Где мой напиток? Ну, блядь. Твичи все в названии стрима есть, можете навестись или нажать если с телефона, типа, и посмотреть. Что там, короли? Ну, на тебе, а, допустим, три короля, блядь, норм будет? Три короля, веришь, нет? Ну, слушай, может... но я... Ну, если не веришь, можешь проверить. А, ну, один. Кино один. Хорошо, кино один. без проблем. Ну, тогда еще один король. Угу, ну так значит, да? Угу. У меня одна карта осталась. Тогда два короля еще. Блять, если... Блять, хуя какая-то. Ты наебываешь просто. Сука! Это наебка просто. Стреляйся. Нет! Сука. Повезло тебе. Ну, Артём, ты хорош, ты подловил Артёма на лжи. Да ты нахуй выкиваете-то, вы чё, блядь? Мне карты не сдают, пиздец. Здесь играть не умеют, блядь. Сейчас. Понимаешь, у меня социальный фильтр... У меня есть социальный... Нет, стоп, у меня нет социального фильтра, я ребёнок. Я всех, сука, вижу насквозь просто, блядь. Нахуй ты пиздишь мне, блядь. Так. Я врать не стану. Кидаю короля. Честно, да, человек? Блять, абсолютно честен. Я очень лояльный. Один все король. Знают за меня. Просто обычно все кидают первого, типа, по однёрке, а вот когда начинают пиздеть, типа, они кидают много. За король. Сразу. Два короля. А, вот так, значит. Я думаю, он пиздит. Прям ну пахнет пиздежом. Я тоже два короля. Ага. Я одного думаю кину. Я подглядел, пиздит. Ты мертвый. Ты думаешь? По-любому. Он перестал кивать. Потому что сказал, что если ты киваешь, то я тебе не верю, блять.
Ты врун. Стал хуяку. Хуйня жухлец. Почти, почти. Блять. Я очень везучий человек. А нахуй ты свинью слушаешь, я с первой пули умер, блядь. Ха-ха. Сидим с мужиками в баре. Артёмка, Граф, когда новый канал создашь и будешь делать контентик? С пенсии выйду. А, ну да, 23 года. Всё, теперь я понял правила этой игры, кстати. Я до этого просто на наугад ебашил. Так. Вот так вот сделаем. Что и Данила Графа просто выкупишь и все. А со сколько? Да, две королевы вот эти. А, сколько купил это? 300 с чем-то. За 300, а ты уже не помнишь, это не деньги. Один. А ты потратил уже деньги с канала? Блять. А на что живешь то вообще? Две королевы. Две королевы, врешь. А блядь, не живут? Угу. Опа. Сука. Ты проебал. Я стримлю на Твиче, бывает, по чуть-чуть. Я себе когда-нибудь врал вообще, Фух. Вся жизнь просто перед глазами, да? Да. Ты как, ты после блокировки как бы себя нормально чувствуешь теперь? Все супер на Твиче у тебя? Задышал? Ну, конечно. Бля, я теперь могу стримить. Ты там видел, ты чадрёдку стримил с дедами потными, просто их хуесосил, сидел. Так, блядь, ничего нового. Один. Может, это застрелили? Правда, кстати. Один король, все правильно. Два эйс, Артём? Брама, как у тебя дела, нормально? Я в кино нормально, два эйс. Лежут, блядь. Ага. Один. Окей. Он пиздит. У него нет столько эйсов, просто поверь мне. Ты поверишь, ну, хорошо, у меня тоже два эйса. У меня тоже два эйса. А, вот так, да, значит? Mm-hmm. А, пиздец. Ну, у меня тоже есть один последний остался. А вот так, значит, да? Ну, зря ты не поверил. Все проебали, получается. Давай, давай, я бокс на мужика! Мама. Бля. Ну, как будто мама говорит. Мы с тобой. Что, рогаты, поиграем? Ага. Давай. Aces, да, надо класть? Aces, да? Ага. А вот два. Классные. Вот два, да? Да. Вот тоже два. Хм. Еще два. У тебя не может быть столько карт, что ты пиздишь. Ну ты проверил. Один. Влад из-за спектров наебывает себя. Думаешь? Угу. Я ж вижу его карты, из-за спектров играю сейчас. Я посмотрел. Не, ну он сейчас... Слушай, мой... нет уже, да. Нет уже тузов, ты сейчас скидываешь. Не, он может сейчас фейкануть, типа, или нет. Две карты еще. Он оставил одну. Ты только что проверил. А предыдущую? А предыдущая у тебя была туз? Туз, да, был. Ну, я так и думал. Ты в любом случае проебал. Да. Фух. Вот так, значит, да? Живучий! Окей. Что за хуйня по картам? Помни, Джокер это такая зерная карта. Я помню. У нас что там Джокера тогда просто тоже хуйня была. Тоже один скинул. Пиздишь. Читаешься. Давай стреляйся, собака. Умри, как мужчина с патрона. Есть, похуй. Сука. Псина самый забавный скин вообще. Да, он говорит, секс-бомба, блядь. Сиоски. Да.
Вот он даже себя представляет, типа, с косяком, блядь. Один. 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 Что, ёбнутый? Не знаю. Один. Один. В эту игру, наверное, пьяными интересно играть. Да. Никто пиздеть не сможет просто. Пиздишь. А, тут пиздеть можно было? Сосать, нахуй. Сосать! Ну давай, как мужчина, проебали, блядь. Проебали. Давай, давай, давай! Да сука, блядь, заебал, нахуй! Ну что, ты алкаш рогатый, все, пизда тебе. Ходи. Ну ладно, один. Два. Два. Стой. Один. Лайер. Здесь. Да. Нет, сука, карт в колоде. Умри, сука, умри, умри. Прими с честью свой позор, проигрыш. Бан. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах, пиздец. Так, значит, да? Сколько там еще? У меня 4 из 6, да? У него 3 из 6. Две. Ну, Влад сейчас обосрется, мне кажется. Хули такой напряженный бык, блядь. Сука. Надо было, блядь, сука, я так и знал, что надо вон купиться на эту хуйню. Давай! У меня, если что, пул был сейчас очень хороший. Ну не, не, не должен, не должен, не должен, не должен, нет. Ай-яй-яй. Все, next надо, next надо. Я разобрался. Давайте. Давайте я ластовую сыграем, я типа заебался. Да, да. Гоу-гоу. И медведь сзади, тупорылый, блядь. Ща, погодьте, я быстренько это похаучу не сделаю. Ну, закажу точнее. Сейчас, секунду. Такая лисичка прикольная. Санда, как дела? Нормально. Да нормально. Живы, здоровы. Самое главное. Ой, блядь. А материальное оно потом придет. Самое главное это моральное, здоровье. Ну, чуть-чуть какая лисичка. Танцуй. Главное, чтобы там что-то не просто овощи. Ready? Go. Артём и печенюшки. Граф тоже ставь. Слышь, а почему ты граф? Кто тебя короновал вообще нахуй? И на какой зоне? Мама. Ладно. Поехали. Давайте в подкидно вас сыграем просто. Тём, ещё подкинем что-нибудь. Так, у меня с 30 даже. Чтобы вам говно попало, блядь, просто. С говном. Я фулл хаус собрал просто, блядь. У меня пары только. О, нет.
Yeah. Two kings. Врёшь, Артём Граф? Нет. Врёт. Сука, твоя прабабушка сосала у бурундука. Тварь! Что ты сказал? Зачем он такие вещи говорит? Почему у нас два ствола, блять? Почему бурундука? Странная сексуальная фантазия, на самом деле. Бурундука, нахуй, блядь. Ты еще и прабабушка, блядь. Странный какой-то. Еще и прабабушка, реально, блядь. Фулл хаус фетиши, блядь. Давай, ладно. Теперь не пизди, типа. Давай, давай еще раз две. Лай. А че отвернулся? Че отвернулся? Он в глаза смотрит. Один. Один эйс. За один. Ну что, думаете, пиздит собака? Ебать, блядь, естественно, отбор решает. Стой, 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 стой. Мы еще стримим. Ну я догадался, у тебя вот демка тут рубина. Так, приготовить себе, ёпта, блядь. Ну, один туз. А что ты приготовил себе? Один эйс. Туда же подкидывай. Я приготовил пасту болоньезе. Думаю, он пиздит. А, с фаршиком. С фаршиком, конечно. Паста майонезо. Паста болоньезе. Ты пута мадре! Бля, это охуенный мир, кстати. Кукинг, блядь, паста майонез. А, ясно, хрюнер пиздит. На! Хрюнер! На, тебе опа! Голову, придурок, блядь. Скуфа не обманешь, блядь. Он сам себя с патрона вырубает. Ебали? Ебашься. Да, Вовчик, ты стрелял, как мы с Леней готовились? Ебашься. Ебашься. Ну шо тут же, да? Блядь, 2 из 6 у чела, блядь, он не сука. Ладно, а ты смотрел, как мы с Ленечкой готовили свиную голову? Нет, лучше об этом никого не знать, на всякий случай предупреждаю. Почему? Одна. Это ж кукинг. Так, эйс. Один. Одно дело это сделать. Ой, блин, он горшок свой ночной спихнул ногой. Вся, весь пол в говне с мочой. Ну, блин. А у меня нету карт вообще, у меня одни короли, блин. Тузы у меня. Твою мать, а. Эй, по классике. Я не буду умирать, бля, вы что ты мне пиздишь, что ты мне гонишь тут нахуй? Слышишь ты? А медведь палит опять. Пик ми. Кто? Свин, ходи. О, бля, ебать у меня заходик сейчас, ребята. Лиса, даже не думай меня проверять. Один. Лиса, предупреждаю, не проверяй. Двойной блеф, тройной блеф, как думаешь, лиса? Два короля. А, похуй, не хочешь, да, играть в эту игру со мной, хорошо? Three kings. Блядь, свиньи вверх смотрят, блядь. Скуф, блядь, зачем? Он пиздит, сука, проверь свиньи, нахуй. И сидит селик, смотрит дальше, блядь. Он наебует меня. Похуй вообще, похуй. Ты надо было сына проверять. Хочешь, чтобы я его проверил и выстрелил себя 100%. Проверяю собаку, он пиздит. Наберочку. А, да. Сука. Стреляй. Ошибся. Давай, рога, ты с первой. Не должен. Да ну нахуй. А вы так с Аней не взяли поиграться? Играли, он ушел. Два раза с первого умер. Next раз не забываю такое в жизни. Кто были себе присунул, плюс чатик. Кто дрочил на порно Зверополис, где зайку трахает лисенок, тоже плюс чатик. Осуждаю, блядь. Да бля, проверь его, посмотри, что он делает. Свинцы. У меня нет просто сейчас шансов его проверить, потому что у меня и так 3 или 2 из 6, я могу умереть, поэтому я на верочку сыграю. Один эйс. Наконец просто его раздену и все. Нужно проверять, я думаю. Я засала плюс. Ладно, пойду, выскучиваю. Пока. Давай. А, пиздец, что за карты. Жрать пошел, чавкать один не король. Хочет, просто на стриме, чтобы не позориться, блядь. Ты какой король, блядь?
Король, да. Влад, король. Так там эйс. Да, реально. Более ты пиздишь, это ты чё? Переиграл девочку. Давай. Ты не хочешь свой тазик полить, блядь, с гречкой там и по носам, блядь. Давай тоже с первой. Да мне похуй, я не застрелюсь-то ещё, блядь. Давай, переигран. Оп. Мама. Сука. У тебя, кстати, у лисички какой пирсинг? Спасибо, чулочки. Сиська, покажи письку. А можно было посмотреть. Да, мне шея не позволяет на пузо посмотреть. Лисичка, покажи киску. Это в чате написали. Написал чел в чате, что ты понимал. Пиздит сразу же, инста пиздит. С первого хода, я уверен. Ага. Один. Ну туда же. Ага. Бля, вот у меня друг. Сдобыл, ёбаный! У меня вот друг есть Лёня, вот он так же выглядит. Сука, мне очень нравится. Все, попався. Ебаш! Фу, блядь. Пух, повезло мне, что у меня очень много дам. Ачитан. Свин, покажи сиську правую. Ты же квич. Я только реально вверх смотри, просто. Его не взначай, реально. Кинул, блядь. Играй молча, просто вообще, типа, блядь, забей на них хуй, кидай и играй просто, блядь. А, два, ну это точно не пиздешь. Я уверен, что он сейчас скинул реально два. А первое, возможно, был блеф. Я сейчас кидаю вот так вот и отворачиваюсь. Не надо. Собака покажет дубинку. Извините, сюда, я на Твиче забанят. Я показал бы. Лая. Ебаля. Не придумал, блядь, себе кабануть. Я гула. Ты кинул в том ходу, да, правильную карту? Я просто на победу играю, ребят. Ты кинул правильную карту, читаю. Начал кивать, чтобы я тебе сделать постелил. Не хватит, в чате читаю. Блять, Артём. Думаешь? Но я так думаю, да, почему-то. А, вот так, значит, да? Ну, я одну кидаю. Эй, проверь его, просто доверься. Подожди. Да я знаю, что не нужно, я мискликнул, когда случайно правильную и неправильную карту скинул. Не может столько дам быть, нужно проверять. Почек пиздит, 100%. Нужно, точек? Тебе этого не нужно. А, вот так значит, да? На, еще одну. Лай. Давай, раз. Ах ты, блядь, сука! Поебанет револьвером, будешь поебать нам. Ой, блядь. Увидимся. Вот так, значит, да? А что такая потная катка, пиздец? Да, не знаю, пора здесь. Вообще без напряга. Сейчас орешку принесу, подожди, блядь. Так. А что у нас? Давай, спокойной ночи, что они лоликс. Ладно. Мафа, а не как попасть к вам в сквате? А, никак. Хочу облизать лысина каши. Я женщина Миоу. Никак. Что-то я сомневаюсь, сука, что у него три. Раньше через постель было теперь никак. Решение. Я сомневаюсь, что у него три дамы, Арсен. Я думал, он меня проверяет. Сука, затекла, нахуй. Сука, ну какой хитрый, а? Я поднял пятак свой вверх. Спасибо, не понял, что. За 50 рублей левую сиську. Да ну, сука! Пиздец. Откуда? У меня три колоды. Ясно, наплакал. Ну должен, бля. Да. Ебать! Два тебя в реальной жизни так же роли-плей отыграю. Что, Ленчик?
Давай играть. Значит, делаем так. И три эйса. Что-то я очень сомневаюсь. Да ну нахуй! Ты чё понял, сука, псих, блядь? Давайте он сдаёт, конечно, по картам. Фу, блядь. Сука, реально. Фу, блядь, будьте здоровы, ребята, не болейте нахуй. Ой, спасибо. Что меня, блядь, вентилятор надул, нахуй. Но нет, нет, невозможно. Нет. Это просто импосибли, нахуй. Просто импосибли, блядь. Посмотри мне в глаза, просто посмотри в этот разок. Вот ты не смотрел, посмотри. Я передумал, отвернись, нахуй. Ты врун, блядь. Не дай боже. Ебаный урод, блядь, господи, нахуй. А как сдаёт? За всё боль? Я не понимаю, как ты собираешь, блядь. Пиздец. Подожди, мы ещё с тобой, блядь, мы ещё потягаемся с тобой. Старый, блядь. Скуп сидит, блядь, с молодёжью, блядь. Краплёными хуярит, как голоду чешет, блядь. Два короля. Смотри, опять хуйнёт три штуки. Чекаешь. Ну просто, сука, алкаш! Не может быть. По теории вероятности даже не может быть такого. Не может быть такого. Посмотри на меня опять. Пожалуйста. Ой, бля, охуенная игра. Скуп, сука. Да проверь его нахуй, он пиздит по-любому, блядь. Я точно думаю, да. Умирай. Я буду смотреть на лампочку, мне похуй. Посмотри мне в глаза, когда ты будешь умирать. Посмотри в глаза мне. До свидули. Поздравляю. Печенюшки. Печенюшки. Ладно, ребят, все, на сегодня хватит. Не, реально забавная игра, хорошая. Хорошая, хорошая. Спасибо огромное, что позвали. Да не за что, не за что. Давайте, ребят, пока-пока. Сказал бы, что было очень приятно видеть, но все равно хорошее настроение присутствует.